Сегодня президент Беларуси встретится с высшим руководством Таджикистана. Рабочий визит Эмомали Рахмона в нашу страну продолжается. Переговоры пройдут во Дворце независимости в форматах 1:1 и в расширенном составе. В центре внимания развитие двусторонних отношений, участие в интеграционных объединениях, взаимодействие во внешней политике. Особой темой станут торгово-экономическое сотрудничество и промышленная кооперация. По итогам переговоров планируется подписание 10 соглашений о сотрудничестве. Сегодня для некоторых работников бюджетной сферы повышаются тарифные оклады. Они вырастут на 25% у сотрудников социального обслуживания и культурно-просветительных организаций. Предусматривается также изменение диапазона корректирующих коэффициентов, которые применяются к тарифным ставкам. Данные меры позволят повысить уровень оплаты труда работников с 1 по 17 разряды. При этом в большем размере зарплата вырастет у низкооплачиваемых категорий с 1 по 4 разряды. На этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде первая спринтерская гонка в сезоне. На дистанцию 7,5 километров выйдут женщины. Накануне нашей Надежде Скардина не было равных в индивидуальной гонке. Кроме Скардина, на лыжню за белорусскую команду выйдет трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, а также Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева. Завтра состоится мужской спринт, а завершится первый этап 3 декабря двумя гонками преследования. We'll be right back.